Чувашии обнаружены клещи с вирусным энцефалитом. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по республике. С 16 по 23 мая зарегистрировано 113 обращений по поводу клещей. Больше половины обратившихся – жители Чебоксар. В лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии обследованы 564 насекомых. В 5 клещах определены возбудители клещевого вирусного энцефалита. В 14 – возбудители иксодового клещевого боррелиоза. В 15 – возбудители гранулоцитарного анаплазмоза человека. В качестве мер предосторожности специалисты предлагают одевать на природу соответствующую одежду, не приносить домой растений и цветы, сорванные на улице, проверять домашних питомцев и использовать специальные репелленты.